Команда Японии после поражения в матче с командой Бельгии навела порядок в раздевалке и оставила записку на русском языке, написав «спасибо». Более того, японские фанаты остались после печальной для их команды игры и убирали мусор на стадионе. Также было замечено, что это уже не первый раз, когда японцы остаются после игры, чтобы убрать мусор. После финального свистка, который положил конец игре со счетом 3-2, в баре Токио японцы сидели в полной тишине, с недоверием глядя на экран. Многие фанаты пытались сдержать слезы. Игра была похожа на американские горки, и бельгийцы позволили нам мечтать о победе в один момент. У них действительно была хорошая динамика, сказал Юки Кокисита, которая наблюдала за ходом игры в токийском баре. Разочарование было сокрушительным, несмотря на низкие ожидания от команды перед турниром, так пишет японское издание. BBC же передает, что главный тренер сборной Японии Акира Нисина после матча был опустошен поражением. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал и будьте в курсе последних новостей.